Какую поддержку оказывает государство дееспособным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию? Что такое социальный контракт и как им воспользоваться? Это не просто выплаты, а целый план действий, который направлен на увеличение доходов граждан. На какую помощь могут рассчитывать граждане в случае поиска работы? Если воспользоваться всеми условиями по данному направлению, сумма денежных средств составляет 117 тысяч рублей. Кто имеет право обратиться за услугами в государственное юридическое бюро и всегда ли они бесплатны? В начале пути это было всего лишь 4 категории граждан, сейчас достаточно много, то есть это порядка уже больше 20. Однозначно, исключительно бесплатная юридическая помощь для гражданина, то есть как бы никаких оплат, никаких пошлин, это исключено. Могут ли обратившиеся рассчитывать на сопровождение в суде? За последние 3 года и за вот прошедший период этого года это более 800 раз. То есть это достаточно серьезная цифра, но здесь все зависит от заявителя. Об этом рассказывают начальник территориального отдела города Самары Минсоцдемографии Самарской области Алла Рузанова и директор областного госюрбюро Ольга Пихтулова. Смотрите программу «Город С» 3 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».